Сегодня в Астане начался судебный процесс над генерал-майором авиации. Аскара Бульдешева обвиняют в лоббировании интересов одного из ТО, в покупке запасных частей для зенитно-ракетных комплексов страны, которые впоследствии оказались неисправны. Кроме этого, по версии следствия, он и директор предприятия похитили из бюджета более 140 миллионов тенге. Бахтияр Даркеев выслушал обвинительную часть уголовного дела. Подсудимый до недавнего времени высокопоставленный военный, даже пытается улыбаться, как бы демонстрирует, что невиновен. По версии обвинения, Аскар Бульдешев совершил мошенничество, злоупотребил властью и превысил должностные полномочия. Следствие велось в одностороннем порядке. Как это понять? Они только для себя работали. Наше мнение не учитывалось при следствии. Арестовали генерал-майора в апреле 2013 года по подозрению в лоббировании интересов одной из казахстанских компаний, которая, якобы не имея лицензии, даже выиграла тендер по поставке запасных частей для зенитно-ракетных комплексов. Таким образом, как считает обвинение, Бульдешев и директор ТО Талгат Джумаханов обогатили за счет государства на десятки миллионов тенге. Всего на расчетный счет ТОРГ Трейд в алматинском городском филиале АО «Банк Центр Кредит» перечислены денежные средства на общую сумму 145 миллионов 493 тысячи 340 тенге, которым Бульдешев и Жумаханов распорядили по своему усмотрению. Потом, по словам обвинителя, предприниматель стал строить баню для родителей генерал-майора. Но не вышло. Началось следствие. И еще одно громкое заявление прокуроров. Аскар Бульдешев в течение нескольких лет обирал своих подчиненных. Под предлогом сбора средств для проведения выставок и мероприятий заместитель главнокомандующего силами воздушной обороны якобы скопил более 1,5 миллиона тенге. Командиры и должностные лица воинских частей, находясь в непосредственном подчинении, доверяя Бульдешеву как непосредственному начальнику, предполагая, что перечисленные деньги будут использованы в указанных Бульдешевым целях, организовывали перечисление денежных средств на карточные счета последнего как со своих карточных счетов, так и через карточные счета своих подчиненных. По делу проходят свыше 50 свидетелей. В отношении троих приняты особые меры безопасности. Сторона защиты, как выяснилось сегодня, ознакомилась не со всеми материалами. Суд над очередным высокопоставленным чиновником продолжается. Бахтияр Даркеев, Жалгас Айылбеков, 7 канал.